Ямальцев ждут выгодные скидки на покупку жилья в следующем году. Новости о льготных кредитах и не только смотрите в нашем коротком обзоре. Туристы из России планируют экономить на путешествиях, когда пандемия коронавируса закончится. К таким выводам пришли аналитики. По данным экспертов в области туризма, от путешествий готовы отказаться больше 60% россиян. 40% планируют выбирать более дешевые направления отдыха, а 80% респондентов ожидают, что турфирмы поддержат их планы специальными предложениями и скидками. Ямальцы смогут снова воспользоваться льготной ипотекой. 56 ямальских семей в текущем году воспользовались программой льготного кредитования. Самая низкая процентная ставка составила 3,3%. По выгодным условиям жилье приобрели около 200 семей. Воспользоваться льготами можно будет и в следующем году. В Салехарде в музейно-выставочном комплексе имени Шимановского 9 декабря откроют выставку современного искусства «Страна оленя». Так хотят сделать популярным образ оленя, символизирующего наш округ. В выставке представлены работы мастеров из Венгрии, Салехарда, Омска, Екатеринбурга и Новосибирска. Подросток снял ролик, и к нему пришли полицейские. Десятиклассник из Нового Уренгоя получил награду за мотивирующий клип по борьбе с наркотиками. Снял он его для конкурса антинаркотической социальной рекламы и пропаганды «ЗОЖ. Спасем жизнь вместе». Жюри присудило клипу второе место. Наградой для лауреата регионального этапа стал диплом от полиции. Юлия Пегушина, Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».